Лето – это маленькая жизнь. Так называется экспозиция фотографий, открытие которой состоялось накануне в областном культурно-выставочном центре. Главное, что на работах можно увидеть динамику и юмор, говорят посетители, что полностью передает летнее настроение. Это мероприятие завершает цикл выставок, посвященных 15-летию Курганского филиала Союза фотохудожников России. Поздравить Виктора Бухрова собралось много друзей, среди них и художники, и фотографы Кургана. На встрече автор работ передал полномочия своему коллеге Александру Алпаткину. Виктор Александрович говорит, что с помощью экспозиции он пытался продлить ощущение лета. Также он рассказал об особенностях работы фотохудожника. Работа носит не монументальный характер сама по себе. И работаешь не для того, чтобы создать некое, так сказать, вот произведение такое, чтобы, так сказать, ах и все тут. То есть фотография, она очень демократична по своей природе, поэтому все, что в фотографии есть, это объективное отражение жизни. Другое дело, что искусство фотографии требует особого к ней отношения.